В начале выпуска официальные новости. В Акорде сегодня состоялась встреча президента Казахстана и генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов по ключевым направлениям деятельности международной организации. Станислав Зась рассказал, какая работа проводится по созданию института специального представителя генсекретаря ОДКБ по вопросам миротворчества. Кстати, это инициатива Касым-Жомарта Токаева. Глава государства озвучил ее во время саммита ОДКБ в декабре прошлого года. Сегодня Токаев также заявил, что Казахстан готов к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках организации и расширению ее потенциала.